Вот приезжали мы к бункеру времен холодной войны специально снять и заглянули в лес специально посмотреть, что тут растет. Растет вот что здесь. Это зимние опята. Никого, конечно, сейчас не удивишь ими, но все-таки нам интересно. Вот они растут еще. Угу. Снег сегодня первый день. У нас не было его. Сейчас вот снег. И дальше они там растут. Красивенькие. Еще и малюсенькие проклевываются. Ой, камера берет. Как солнышки. Ну, эти уже крупненькие мы возьмем несколько штук для интереса. Суп. Просто так. Надо. Надо, конечно. Как же не надо? Я их добываю зимой. Сегодня какой? 26 ноября. Вот они еще. Ну, эти тут живут. Как один из Киева в дупле пытался его их оттуда извлечь. Но извлек. Видно, сильно надо было. Ну, что ж делать? Здесь захочешь. Будешь добывать из дупла. Ну, у нас его полно, но это просто экзотика. Здесь лесоповал сплошной дальше. А тут хорошо еще, где мы стоим. Вот это яблоня. Ой, на ней такие крупные красные яблоки. Бывают очень много. Классные. Да, а это здесь уже не опята никакие зимние. И это здесь какие-то грибочки вырастают. Опята зимние ярко-желтые, блестящие, нарядные, красивые. А это тусклые, бледные грибы какие-то. Неизвестно, что такое. Там они еще под деревом. Много их. Все, пойдем дальше. Еще уцелел.